Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть на Доне, потому что там квестик, у меня убить Шелика надо Доной, одного, поэтому сегодня будем охотиться, так сказать, в сложных боях будем охотиться, в сложных боях сейчас нам немножко адекватнее геймплей, потому что там сейчас нету абузеров по ивенту, ну и давайте стартовать, а я расскажу, что я не прохожу ивент, да, я ивент решил все-таки не проходить, почему? Я так подумал, мне остался один персонаж, это Толик. Ну, достану его, окей, ну еще дальше. Дальше никакого интереса не будет открывать легендарные сундуки именно для персонажа, да? И вообще никакого интереса открывать сундуки почти не будет, мне только бомба остается. Поэтому я решил, что буду искать, ну, ждать... Да боже! Что с игрой? Да что за... помогите! Живи, живи! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Не, ну вы видели, а? Ой, какие фризы. А что с игрой? Алло, боже мой. Ой, я не могу, короче. Так, живем. Капец. Это просто капец. У меня слов нету. Я просто нету слов. Ну серьезно, даже за что? За что? За что? Посмотрите, как лагает жестко. Да. Понимаю геймплей, это геймплей, да? Так, я что-то с мысли сбился. Давайте по-тихому пойдем заберем гранатку. Дробовичок, сейчас и сядем в этот кустик центральный. Мне, в принципе, будет выгодно в него сесть. Ё-моё, какие фризы, какие лаги. Вы видели, что вначале происходило? Это просто жесть. Я, короче, наверное, зубы буду запускать. Понимаю, понимаю, да? Я куснул первый, но акула убила меня. Логично, нет. Прекрасная игра. Так, ладно, вернемся к тому, почему я ивент прохожу. Я не хочу проходить ивент, потому что остался один персонаж, и я решил все-таки, что стоит дождаться ивента, который будет попозже, чтобы было легче набирать очки в рейтинге, это первое. А второе, этот ивент я хочу себе не на персонажа, а на какой-нибудь артефакт. Ну, типа мышц, да, есть ивенты, бывают 5% мышцы дают. Ну, в принципе, кроме мышц, наверное, больше ничего не хочу, потому что там... Из тех артефактов, которые убиваются только за ивенты, это мышцы, это щиток на ботов, да, и вроде бы еще что-то было. Вот. Миноискатель, ну, короче, вот этот искатель, но он мне и так вообще не зашел. Он странноватый, как по мне. Ну, лично мое мнение, да, по поводу этой штуки. Видели, не фулл свелся и попал. Понимаю. Ну, в общем... Поэтому я как бы не хочу пока что делать, а вот мышцы я хотел бы себе достать и поиграть через этот артефакт. Хотя я смотрел, в принципе, топовые ребята не играют с мышцами, потому что, ну, их сложно прокачивать. Хотя вроде бы я видел, их можно покупать в магазине за кристаллы. Ну, то есть докупать, да, если у вас один есть, там, в принципе, можно будет докупить, но это не точно. Может, сейчас это убрали, ну, я когда-то скриншоты видел, поэтому говорю, что видел как-то. А сейчас я без понятия, есть такая штука, нету. Тут был хамелеон, вон он убежал. Да, недалеко он убежал. Ну, кто царь? Кто умеет видеть хамелеонов по звуку и тому подобной фигне, а? Изи, изи просто. Так, ну я, наверное, ульту сейчас так оставать не буду. О, он думает, что я... Ну подойди поближе, ну чё ты, ну... Минус этот. Ставим стенку против жирафа, забираем аптечку. И уходим немножко от дальности жирафа, чтобы он меня не достал. Потому что с жирафом стреляться, ну, мне не так прям удобно, как хотелось бы. Брюсик, что ты тут делаешь? Я аптечку случайно тыкнул. Ё-моё, какого фига я тыкнул аптечку, а? Да, какого? Короче, у меня с мышкой в последнее время проблемы. Надо бы ее поменять, наверное. Она, короче, сама по себе тыкает. Ой, бывает такое, да. Опа, жираф. Жирафчик, домой. Обойдешься. Блин, там был... Да ну блин, ну... Мог жирафу переместиться, понимаю. Поним... Ого, ты чё? Чё мутишь, а? А на воде ты от меня не уйдешь. Сейчас просто кадешь лук и все.
Так, в бочку спрятался, нормас. Ну, короче, меня сейчас убьют, скорее всего, здесь. Из-за того, что баг, из-за того, что... Ну, мне не повезло, я сделал ошибку. Я сделал ошибку, которая вот это вот, и меня просто вдвоем задушили. Я очень удивлен, что меня акул как-то смог продамажить. Скорее всего, по нему я не попал дважды луком. Поэтому он и вышел. Скорее всего. Ну, это моя ошибка. С акулом ты либо его должен убивать сразу в стан. Я, походу, и станами два раза не попал. Либо ты должен акулу убивать... Ну, я говорю сейчас про дону. Либо нужно убивать акула непосредственно, когда он... Ну, уже кастанул свой хил. То есть, свою ульту, да? Тогда он не отхилится уже больше, чем фулка, и не сможет тебе ничего сделать. Ну, это так, как вариант. Просто нужно вот это все уметь делать на автомате. А я на задуну последний раз играл, не помню когда. Поэтому вот. Поэтому я это на автомате уже давно разучился делать. Хамелеон меня тут пытается убить. Не достаю до этого. Ну, у меня до сих пор игра лагает, посмотрите. Не только у меня, как видите, Никса, походу, тоже налагает. Блин, ну... Как догнать того, кого не можешь догнать? Вопрос. Вот плюс у Доны можно играть через бомбу Молотова и тройные гранаты. Так. Это можно делать как бы, но тяжело. Сейчас пойдем на воду, заберем еще себе, наверное, сначала стенку. Мне нужно сейчас найти дробовик хотя бы какой-то. Джейд здесь бегает. А вот и дробовик, кстати. Да куда ты бежишь? Стой. Да блин, ой, я косой. Сейчас мы Джейд будем бивать. Да блин, да что ж она такая? Да-да, вы видели дробовик? Боже мой, посмотрите, с чем этот Джейд играет. С чем этот Джейд играет? Она играет с этим. С отталки, то есть с канистра гелия, понимаете? С канистра гелия играть на Джейд. У меня слов нет. С канистра гелия играть на Джейд. Это реально проблема. У челика реально проблема с чем-то. Я не знаю с чем. Да куда ты? Ах ты никсовая морда, на тебе луком. Блин, зря сейчас, наверное, получаю урон. Блин, я аптечку забрал. Ну то есть все забрал, что мое. И все из-за этой Джейд, понимаете? Она не должна была сейчас идти на Никса. А должна была типа драться со мной. Но нет же, она пошла на Никса. Конечно. А куда же еще было идти, да? Больше ж никого не было в зоне доступа. Так, ультанем, чтобы быстрее переместиться. Опять Никс, да? Или нет? Или не успеет? А ну-ка, смотрим. Тихо. Немножко я разъяснил Никсу, как играть в эту игру. Прекрасную. Че, Никс, понравилось, да? Так куда я ультой? Вы видели только что, куда мне ульта на автомате стрельнула? Видели, да? И чё? И догони давай. Скажи, что ты можешь. Ага, чё-то не скилловый Никс попался. Чё-то умер, да? Бас. А нет, живой. Лять, блин, пингвин ему отдал, получается. Вот же пингвинская морда. Ну зачем он лез? В итоге теперь Никс отхилялся и с аптечкой. Ну капец просто, да? А мне теперь в него стрелять еще. Вот так вот. По-странному. Там еще акул 10 уровня. Акула тоже постреляем. Че мы? Мы ничего, да? Блин, если бы Ник сейчас отошел, я бы его убил. Наверное. Домой, акул. Домой. Так, акул. Ты это. Постой тут, короче, понаблюдай за обстановочкой. Будь другом, а? Блин, я что-то, короче, не взял эту штуку. Акул, ну ты поэта, постой, понаблюдай за обстановкой. Решил не стоять. Кстати, это вы заметили? Там был 10-й акул и 8-й, и 8-й победил 10-го. И я потом победил этого 8-го акула. Так сказал, отомстил за первую катку или за вторую, не помню, где там мне акул слил тогда 8-го уровня. Возможно, это даже был этот акул. Ну чё, изи победка, как бы. Изи. Вообще. Ну это сложные бои, здесь тяжело играть. Даже на таком персонаже, как Дона. Но это повезло, что в конце попался 8 уровень, не 10. Был бы какой-нибудь 10, я бы сейчас весело отыграл. У меня, кстати, вот стратегия играть через дальний лук. Это, конечно, хорошая стратегия. Поплавай, панда. Панда, я сказал, поплавай.
значит, поплавай. А чё он бота не убивает? Странный чувак. Ну, спасибо тебе за аптечку, чё. О, смотрите, агрец, агрец. Чё, самый дерзкий, да? Панда, ты куда ушел? Подожди. Да я тоже стрельну. Вот какой-то панда обидчивый, знаете, да? Такой сначала вроде бы стрельнул, потом взял и ушел. Так, ломаем бочки, не забываем, потому что... Это потенциальная броня для кого-то. Поэтому лучше их ломать. О, орел со скином, смотрите. И чё? Да чё ты делаешь, акул ты? Ух, это морда акульская. Ух, это акулья морда, да? Да как? Да кто? А в смысле? Ты в кого стрелял вообще? Ёб ты, блин. Он стрелял в этого, попал в меня. Ха-ха-ха, за шо? Там еще 10 этажа было, представляете? Ой, как неудобно, вот как не вовремя, я почти этих двоих развалил. Ну вот почти, ну вот, было у меня уже почти все в руках, этот и орел, и... Ой, жираф, жираф, ну откуда ж ты такой красивый пришел? И зачем? Ладно, ну что, последняя катка, там, смотрю, Генри есть. Я до сих пор, кстати, черепаху не бил, походу, минус квест. Ну я не удивлен, как бы. Я вообще думаю подождать еще немного времени. И начинать скины, ну, начинать опять делать ивент на скины. Ну, как минимум, один легендарный в два ивента надо делать. Почему? Потому что... Ах, конечно. Ну, хоть не с отбрасывающими гранатами. Именно так, ребят. Именно вот так вот, да. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. 12 уровень Лизи на 1100 рейтинга. Вот так вот. Против 8 Доны. Вот так вот, да. Ладно. На этой шикарной ноте. Почти... Топ-1 взял, да. Будем заканчивать. Дона, в принципе, хороша, если... Ну, если неадекватных вещей не творится. Если будет хороший рандом, и вы там будете попадать с 8 уровнями, то окей. Но если вы против 12, то на ком бы вы ни играли, какой бы персонаж у вас не был, как бы вы хорошо не умели играть, это будет Габелла. А это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Кто хочет поддержать канал, есть ссылочка в описании. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.